Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Boston Auto и с вами Александр. Сегодня на нашем обзоре хочу показать вам ГАЗ-3309 самосвал. Данный автомобиль 2013 года выпуска и прошел он полную реставрацию в 2023 году. Двигатель здесь установлен D245 Евро 3. Этот двигатель очень надежный и неприхотливый в обслуживании и ремонте. Двигатель сухой, никаких течей нет. Кузов здесь установлен абсолютно новый, с нарощенными бортами. И поднимает он на три стороны. Установлены еврозамки. Рама вся целая, никаких трещин и лопин на ней нет. Кроме того, она была отпескоструена и покрашена порошковой краской. По ходовой части без нареканий, по ней производился ремонт. Передняя резина в хорошем состоянии, а задняя с большим остатком протектора. Также стоят новые крылья. Проблемные места обработаны мовилью. Салон чистый и опрятный. На сиденьях установлены чехлы. На прогретый двигатель давление показывает 4 атмосферы. Все датчики в рабочем состоянии. Все изменения вписаны в ПТС. Автомобиль полностью обслужен и готов к работе. А посмотреть вы его можете в городе Волгограде на улице Исторической 185А. Также у нас есть кредит, лизинг, обмен, наличный безналичный расчет. А купленную вами технику мы доставим в любой регион России.